Выход ивановских коммунистов из местного горкома становится повальным. Вслед за Николаем Плотниковым заявление на стол положили еще два человека. Оба считают, что лидер ивановских коммунистов Владимир Кленов взял курс на развал городского отделения. Недовольны они и политикой коллег из Центрального комитета. По мнению ивановских коммунистов, КПРФ превращается в мелкобуржуазную авторитарную партию, цель которой – поиск внутренних врагов. Об удовлетворении чаяний трудового народа уже и речи быть не может. Пока лидеры будут вести агрессивную политику подавления, простые коммунисты будут выходить из рядов КПРФ один за другим. О чем говорить, если даже состав городского комитета выбирался списком, то есть без обсуждений кандидатур, то есть на одной основе, да, на основе на безальтернативной основе. Это никуда не годится, это... Не ленинские принципы работы, не вообще, это даже не соответствует общим каким-то демократическим и человеческим понятиям.